Челы, заходите на стримы. Так, ну что ж, гайс, продолжаем сегодня ультракилить, ультракилять. Сегодня ластецкие левелы у нас, да? Сегодня секретики пропущенные, посмотрим, поглядим, чё там да как вообще. Ну а дальше будем думать, проходить ли на P-ранг пытаться эти уровни, или всё-таки, не знаю. Надо потестить будет, мне кажется, пройти хотя бы первые левелы на P-ранг, насколько это будет возможно. У меня нет оружия здесь. Это уровень от третьего лица. С мили боев. Это уровень по типу платформера. Это как Crash. Это Crash Bandicoot, блядь. Спекся. Да почему? Почему я умираю? Что за бред, блядь? Я не понимаю, что за бред. Уворачивайся, а не парируй. То есть тут как бы нельзя. Но я же уничтожал как-то снаряд. А куда ты пошел? Ах ты маленький засран, у меня забайтил. Охренеть, это что? Это Моровинд? Почему я первым делом в этой секретке утоп в колодце? What the fuck? Size 2, I want to believe. Тут рыбачить надо, да? А, наживка. Головешка тоже наживка. Короче, это мне список рыб, которых нужно поймать. Погоди, я вообще нацепляю наживку или нет? Походу нет. Funny stupid fish. Friend. Тупейшая такая прям. Хорошая, так, такая прям максимально тупенькая. Это рыба из Iron Lung, да? Это типа та рыба, которая вылезает как скример? Ну, кстати, возможно. Что у нее просто с задником? А, это разрабы, Питер и Хакита. Погоди, а ее реально можно поймать или нет? Your fishing skill are impressive. You caught so... Че тут, блин... 144p. В каждом новом патче пишут, что исправили ошибку, из-за которой рыбу 2 нельзя поймать. Троллинг, понятно. Походу нельзя ее поймать все же. Биг Джонинатор. Джонинатор какой-то, ребят. Погоди, его ракеты не парируются, что ли? Пиздец, он летает просто по всей локации. Блять, зря я его поднял. Сука.
Блин, себя убивает. Сука, этот долбоёб просто себя убивает. Он просто разъебал сам себя. Бля, кабанчик ебаный. Чё, сука, он творит? А, сразу босс. Так, погодите, я вообще не понимаю, что происходит. Куда я прыгнул? А, у меня сломалась эта херня. Блядь, что творится? Да ёбаный, блядь, сукин сын, сука, стреляй. Чё стоишь-то, ждёшь, блядь, полчаса? Стоит чё-то, блядь, наяривает. Уже бы 100 раз стрельнул. Блядь. Тайминги проёбываю. Малыши. Фу. Так, ну прикольный босс, прикольный. А вот и вторая фаза, да, вашего босса? Нихуя он. Насрал своими пузырями.
Нормально. Да куда ты под стол-то, сука, за... Да блядь! Да блин, ну что происходит, сука? Да блядь, я не понимаю. Наверх надо поищи зеленую книгу и используй пылесос, который был в конце уровня. Так, зеленый пылесос. Да, это приколдесик. Чистим, чистим. Убираем. Аккуратненько чилируем. Не, секретки здесь, конечно, топовые, ничего не сказать. Секреточки прикольные. Креативные. Но это херня на самом деле. Если вы думаете, что это типа коридор для рекви челленджовый, вы не смотрели. Эти вот те люди, которые думают, что это реально длинный коридор и типа тяжело идти здесь, вы не смотрели Эверхуд, ребят. Поверьте мне. Вы не знаете реально длинных коридоров. Если это все, то это полная хуйня. Опять же, вы не смотрели Эверхуд. Мы шли просто 4 часа в коридоре. В прямом коридоре нахрен, с препятствиями. Жесть, это что, босс из... из этого, как он называется-то? Shadow of the Colossus? Да-да-да, давай. Перезвони, так сказать. Пошел нафиг.
Мясной босс, несмотря на то, что он как робот. О нет, только не эта херня. Так, тебя можно дамажить, да? О, Господи Иисус. Интересно. А куда? Я должен вас убить? Походу, да. Слушай, ну это был крутой босс, это был топовый босс прям. Мне этот босс понравился. Фу. Thanks you for playing. Все? GG? Остались только, получается, два секретных уровня.